Просто слушайте звуки природы. Закат, солнышко. Сейчас будем смотреть красоту, ребята, вместе с вами. Это наше лето, танцуй, танцуй. Вот это пение птиц, какая красота. Вот оно уже показывается, видим горизонт. Мне почему-то всегда на кадрах нравится, когда впереди идет человек, мы такие подсматриваем за ним, куда же он двигается. Та-тан-тан-тан, та-тан-тан-тан. Это наше лето, пой, танцуй. Почему-то кажется, если море, то только такое. Походу мы на нудистскую фотосессию приехали. С той стороны там мужчина на сапе. Внимание, нудистский пляж. Гласит эта надпись. Какие краски. Какая фантастика, друзья. Какой шелест волн. О, мои девочки купаются. Ёк-макарёк, а? Да, друзья, я сейчас наделал кучу фоток таких красивых, классных отсюда. Пойдемте вместе со мной спустимся. Как это выглядит. Посмотрите со стороны. Райское место на самом деле. Нудистов, правда, здесь нету. Их, к сожалению, выгнали отсюда. Сказали, теперь они уехали в Веселовку. Очень жаль, ребята, и пляж убирали. Все было хорошо. Может быть, появится еще. Будем на это надеяться. Приезжайте, нудисты. Ваш флаг здесь. Здесь можно устроить ночные галыши. Кстати, видите, лесенку почистили. Береговая линия очень чистая. Выглядит все прям классно. Видите? Красота, вода теплая, девушки? Холодная. С пивом потянет этот огонь. Вот что надо брать, ребята, с собой на море, это пиво. Потому что с пивом потянет, с пивом будет вкусно и хорошо. Ребята сделали уже в одной одежде фотосессию, переодеваются. Я вам хочу просто показать середины лестницы, панораму. Как здесь красиво выглядит. О, можно под юбки заглядывать. Ладно, мы этим не занимаемся. Если все скрыто, то ничего не должно быть видно. Ой, какова красота, друзья мои, друзья. Особенно этот сап-борд вообще дополнил картинку. Видите, у меня, кстати, так не вылазит из моря, купается во всем. Подъезда как бы сюда особого нету, там стараются все перекапывать местами. Приходится двигаться вообще непонятно как и куда, поэтому не знаю, стоит ли рассказывать, как сюда добраться, или не стоит. В общем, это как ехать на Мугасскую косу, предпоследняя лесополоса. Если что, ищите и найдете. Мы здесь делали уборочку этих пляжей, такого, до сюда вот. Это убирали уже ребята нудисты. Видите, за что им огромное спасибо. И выходим. Смотрите, что сейчас будет. Сейчас, правда, видите, солнышко садится немножко за горой. И уже мы не попадаем. А нет, чуть-чуть еще попадаем под его лучи. Очень круто. И смотрите, какое море. Водоросли, привет. Фантастика. Какова красота, ребятки. Комменс называется. Берег здесь полностью из кварцевого песка. Он такой высоченный. Там сверху видите растения живут. Под ногами здесь встречаются камушки, ракушечки. То есть есть что только вашей душе угодно. Но я не могу последнего лучи солнца. Уходящего за горы здесь, видите, а потом попозже солнышко вот так вот выйдет, будет садиться туда. Будет еще красивее. Я здесь закат фотографировал своих подписчиков как-то раз. Они отдыхали на Мугасской косе. Просто рай, да?
температура воздуха на закате 24,6. Здесь очень хорошо, кстати, прятаться от северных ветров. Видите, вода просто невероятно гладкая, потому что ветер проходит сверху, и вот только там касается воды. Водичка, я не знаю, по сравнению с воздухом, она даже очень теплая. Смотрите, ребята стоят прямо на берегу с палаточки. Красотища. Даша побежала прятаться. Маша сейчас побежит прятаться, все спрячут. Это сразу глубина, можно с берега нырять. Сейчас мы так и сделаем. Так, смотрите, водичка показывает 22,9. Ух, я аж по колено зашел. Прям, это прям на берегу, то есть вот берег, вот сразу по колено. Чем отличается это море, поэтому здесь всегда подходят дельфины очень близко к берегу. Все, вода не меняется, 22,9. И что, друзьяшки, пришло время занырнуть. Подводную камеру брать не буду. Сейчас, да, я сниму видео с полосной. Хорошо? Дашка, вредятин. Ну, кстати, чуть-чуть водоросли-то есть. В море в каждом есть водоросли. Гора водорослей, они все туда улетели. Вот так, ты их выгнала, что ли? Да, я тут... Дашка, птица, говорун. Ой, нереально классно, ребятки. На закате, в море. Да еще и в любимой Анапе. Смотрите, сколько прозрачная вода. Чем меньше народу, тем тише море. Так всегда было. О, кстати, я выплываю, там еще закат есть. Ой, невероятно. Слушайте, по вообще, я на камеру смотрю, вода настолько прозрачна, что видно меня целиком. Пляж охреневший, Азоровский. Снимает центральный пляж и показывает, а сам купается. О, кстати, здесь вода теплее. Чем дальше отошел, там еще прикольно. Ну ладно, хватит кайфовать, давайте еще раз нагнем. Нет, кстати, ничего лучше, я вот только что катал на кайте, занырнуть потом в море. Даже если оно холодное, даже еще лучше, наверное. Ну, 23 градуса, ребятки, я думаю, что водичка это очень достойная, классная и прекрасная. Вода просто кристалл, то есть 2 метра проглядывается целиком. Релакс, тишина. Мне просто нравится, как вот тут палатки стоят. Одна здесь, через еще метров 100 еще метров 100 еще одна. Вот это отдых с палаткой. Кстати, вот мужчина на велосипеде с палаткой приехал. В общем, есть очень крутые места, в которых можно отдыхать, которые зовутся Анапа. Представляете? Как такие. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось. Если не понравилось, все равно ставьте лайк, делайте репосты, делитесь своими друзьями. Хотя посмотрим, какая у нас Анапа. Какие пляжи, какие места. И как здесь можно отдыхать, дорогие друзья.